Я почему-то у меня спускали слух, что я якобы разрушал Советский Союз. На самом деле я стоял на Красной площади, когда по-вражески снимали красный флаг, и видел, как десятки тысяч людей разных возрастов плакали, стояли и плакали. И я, хорошие или плохие, написал стихи, которые я сейчас подписываю. Прощание с красным флагом. Кстати, один казах замечательный написал дивную музыку и исполнял блистательно, как песню. Он умер, ушел без времени. Прощай, наш красный флаг, с Кремля ты сполз не так, как поднимался ты, пробито, гордо, ловко, под наше так раз так, на тлеющий рейхстаг. Хотя шла я тогда вокруг древка мухлёвка. Прощай, наш красный флаг, ты был нам брат и враг, ты был дружком в окопе, надеждой всей Европе, но красной ширмой ты загородил гулаг и стольких бедолаг в тюремной драной робе. Прощай, наш красный флаг, ты отдохни, приляг, а мы помянем всех, кто из могил не встанут. Обманутых ты вел на бойню, на помол. Но и тебя помянут. Ты был и сам обман. Прощай, наш красный флаг. Ты не принес нам благ. Ты с кровью, и тебя мы с кровью отдираем. Вот почему сейчас не выдрот слез из глаз. Так зверски по зрачкам хлестнул ты алым краем. Прощай, наш красный флаг. К свободе первый шаг мы сделали в сердцах по собственному флагу и по самим себе, озлобленным в борьбе. Не растоптать бы вновь очкарика живагу. Прощай, наш красный флаг, с наивных детских лет играли в красных мы и белых, и боль белых больно били. Мы родились в стране, которой больше нет, но в Атлантиде той мы были, мы любили. Лежит наш красный флаг в Измайлове в растяг, за доллары его толкают на удачу. Я зимнего не брал, не штурмовал рейхстаг. Я не из коммуняк, но глажу флаг и плачу. Браво! Браво! И который сейчас. И который сейчас. Ну что, еще выдержите парочку стихов, а?
Расстаемся надолго, до мая. Хорошо. Я с удовольствием читаю. Вы так слушаете. Вы это читаете вместе со мной. Хорошо, прочту тоже. Вот я хочу прочесть одно свое любимое стихотворение из последних. Сейчас. А где же оно? Так, а вот кто эту книжку увел у меня? Кто эту книжку? А, вот она. Сейчас найду. Нет, здесь ее нет. А где вторая книжка? Вот этот, как это называется? Пришел 21 век. Я хочу СССР ФРГ прочесть. Где? А? У кого эта книжка? Не было? Ни у кого? СССР ФРГ нет ни у кого, ни в футбольной книге, нигде. Ну что делать, а? У кого есть эта книжка? У тебя нет. А «Я пришел в 21 век» есть книга такая? Нет? Ну. А? А нет, здесь нет. Еще нет. Это новое. Ни у кого точно нет. Что это так? Ни у кого нет, точно. Давайте. Я вам верну, я отдаю книги. Спасибо, давай, Юра. Где-то здесь, среди этого. Среди этого? Да это не в университетском классе, Юра, ты путаешь. А в СССР, ФРГ? А это нет, Юрочка, нет. Ну ладно. Хорошо. Я вам прочту другое свое стихотворение. Вернее, отрывок из поэмы «Фуку», которую я очень люблю и которую, к сожалению, нужно читать сейчас. А? Что такое? А он нужно будет как-то... Да, есть там? Да? Давай. Давай. А кто будет ножик водить? Давай. Давай сюда. Давай. Не бойся, не сломаем. Покажите мне, как крутить. Вот, видите. СССР, ФРГ. Футбольная книга есть, футболиада. Есть? Футболиада есть? Футболиада есть у кого? Нет? Ну, давай. Марина вам дала, но вам будет надо все время пальцем вам держать. Ничего. Вот здесь все время пальцем. Нет, вот я трону. Марина, ты можешь постоять рядом со мной? Пока это читать, а? Ну вот, что такое? Видишь, я прикоснулся. Мариночка, помоги мне, родная, а? А? Ну давайте. Нет, Марина лучше. Она знает. Здравствуйте, дорогая. Можете я поцелую? За помощь. Спасибо. Так, где? Так, держи вот только, чтобы оно не перескакивало. Сейчас. Ну-ка. Ага. Надо просто держать пальцем, чтобы... А, вот, я вижу. Ты поняла, что это не будет? Нет, ты просто, если пальцем прикоснешься, оно не будет... Вот так, прикоснуться. Здесь? Да, да. Ах, прикасаться надо? Да, пальцем. Да, именно прикасаться. Вот здесь, так. Да. Да, спасибо. Вдруг вспомнились трупы по снежным полям, бомбежки и взорванные кариатиды. Матч с немцами, кассы ломают, бедлам. Простившие родине все их обиды, катили болеть за нее инвалиды, войною разрезанные пополам, еще не сосланные на валам, истории выброшенные в хлам, и мрачно цедили: «О, фрицы! О, гниды! За нами Москва! Проиграть это срам!» Хрущев, оженавший Москву Адинаура, в тоске озирался по сторонам. Такое нам не распихать по углам. Эх, мне бы сейчас фронтовые 100 грамм. Незримые трупья от ран отдирая, катили с медалями и орденами обрубки войны к стадиону «Динамо» в единственный действующий храм, тогда заменявший религию. Нам катили прямо и наискосок,
как бюсты героев, кому не пристало, на досках подшипниковых пьедесталов прихлебывать, скажем, березовый сок из фронтовых алюминиевых фляжек, и тянет хлебнуть поскорей без оттяжек напиток того, лишь то, без чего и футбол был бы тяжек. Напиток барачный, по цвету табачный, отнюдь не бутылочный, по вкусу обмылочный, а может, опилочный, из табуретов страны советов непобедимейший самогон, который можно, его отведав, подзакусить рукавом, сапогом, и, может, египетские пирамиды, чуть вздрогнув, услышали где-то в песках, как с грохотом катят в Москве инвалиды с татуировками на руках. Увидела даже статуя Либерти, за фронт припоздавший второй со стыдом, как грозно движутся инвалиды те, видением отмщения на стадион. Билетов не смели спросить контролерши, глаза от непрошенных слез не протерши. Быть может, со вдовьей печалью своей и парни солдатики, выказав навыки, всех инвалидов подняли на руки, их усадив попрямей, побровей, самого первого ряда первей. А инвалиды, как на поверке, все наготове держали фанерки с надписью «Прыгающий бей фрицев!» Снова траншеи готовые врыться, будто на линии фронта лежат, каждый друг другу предсмертно прижат. У них словно нет половины души, их жены разбомблены и малыши. И что же им с ненавистью поделать, если у них пол души и пол тела? Еще все трибуны были негромки, но Боря Татушин, пробившись по кромке, пас Паршину дал. Тот от радости миг мяч бухнул в ворота, сам бухнулся в них. Так счет был открыт, и в неистовом гвалте прошло озарение по тысячам лиц, когда Колю Паршина поднял фриц Вальтер, реабилитировав имя фриц. Фриц дружбой, не злостью за гол отплатил ему, он руку пожал с уважением ему, и инвалиды зааплодировали бывшему пленному своему. Но все мы вдруг сгорбились, постарели, когда вездесущий тот самый фриц, носящий фамилию пистолета, нам гол запулил, завершая свой блиц. Когда нам и гол второй засадили, наш тренер почувствовал холод Сибири. Этот лучший вариант, чем прежний. Когда нам и гол второй засадили, наш тренер почувствовал холод Сибири, и аплодисментов не слышались звуки, как будто нам всем отсекли даже руки. И вдруг самый смелый из инвалидов вздохнул, восхищение горькое выдав: «А я, братцы, скажу вам по праву танкиста, ведь здорово немцы играют, и чисто!» И хлопнул разок всех других огорошив в свои обожженные в танке ладоши, и кореш в тельняшке подхлопывать стал, качая подскрипывающий пьедестал. И смылись все мстительные мысленки. Мы все с вами чище от чистой игры. И чувствуя это, ильины масленки вчистую забили красавцы голы. Теперь в инвалидах была перемена. Они бы фанерки свои о колено сломали. Да не было этих колен.
Но все-таки призрак войны околел. Нет стран, чья история лишь безвиновье, но будет когда-нибудь и безвойновье. И я этот матч вам на память дарю. Кто там говорит, что надеждам всем крышка? По-моему, я тот же русский мальчишка, и я, как свидетель, всем вам говорю, что брезжило братство всех наций в зачатке, когда молодой еще Яшин перчатки отдал, как просто отдал, как просто вратарь вратарю. Фриц Вальтер, вы где? Что ж мы пиво пьем розно?